Всем привет, дорогие любители киберспорта! Мастер The Sword Solo продолжает открывать вам все новые и новые двери личного скилла наших любимых хрврешников. И на сей раз на стадии 1.64 мы для вас покажем бой ММА против XP. Интересно должно быть противостояние. В любом случае, карта у нас выбрана станция. Напомню, что с 1.64 карты выбирается путем вычеркивания. И я ожидаю действительно мощную зарубу двух неплохих игроков. ММАй, надо обратить на него внимание, это чуть ли не единственный. Ну, один из немногих игроков, судя по всему, который играет Master of the Sword Solo на харьке. Это действительно удивительно, парадоксально, потому что обычное сочетание для этой категории, ну, это васпарели. Будем честны, объективны. Ну, вот что-то ММА выбрал именно Хорирели, ну, и она его не подводит. Дошел он до 1.64, как я уже говорил. Это серьезный показатель. Многие до сюда не дошли. Главные фавориты там некоторые, поэтому все четко. По поводу турнирного пути этих двух игроков тоже могу я вам рассказать немного. ММА на своем пути выиграл The Flame Guardian. Это серьезный противник. Я не знаю, как он готовится к соло или нет, но на ТКВшках, вот на всех этих моментах он показывает неплохие результаты. Но на официальных что-то турнирах The Flame пока никак себя проявить не может, к сожалению. Наверное, для самого The Flame. Ну и больше таких серьезных противников у ММА не было. 3-1 он его выиграл. У XP же Урвет, Зак, Ставр, IT, какие-то такие ребята. Всех он выиграл 3-0. Но вот на стадии 1.32 их ждет Loves Control. Loves Control неплохой игрок на Воспарели. Я надеюсь, что и следующая заруба тоже будет сильная, но сначала этим игрокам надо пройти стадию 1.64. А, пенальти играются у нас на песке. Мне лично безумно нравится станция, мне нравится сандал, перекресток, станция. Эти три карты для меня мега скилловые, где много чему можно поучиться, например, там прострелы в движении выдавать, мансить на воспарелях, всякое такое. Ну и надо сказать сразу, что XP, если хороший воспавод, он будет иметь однозначное преимущество перед ММАем, который на Хорирели. Все-таки васпик более маневренный, а на карте, где препятствия есть, где можно уходить за раз стенку, другую стенку, за трубу, за бочонок, за танк, за коробки. Это все решает. Но будем смотреть. Все-таки фаворитом вот я выделяю XP. Как оно будет на самом деле, мы посмотрим с вами. Это последняя на сегодня трансляция. Дальше сегодня уже ничего не будет. На завтра у нас запланированы клановые бои. Это Unstoppable против Terror Family и Кадеты против GoPro. Это у нас будет группа под номером B стартовать. Но соло пока нет, но возможно еще будет. Возможно еще будет. Посмотрим. Контроль и дроп, ребята, записывают тайминги. Дашка, вижу, будет падать в 9.15. Сначала будет падать Дашка, потом будет падать ДДшка на базе красной команды и потом ДДшка на базе синей. Надо будет это все как-то контролить. ММА будет сложным из-за того, что даже если он забирает, допустим, эту Дашку, он едет на синюю базу, ему надо взять флаг. Ну и 8.27 явно он столько не будет сидеть на синей базе, чтобы это как-то ДД контроль. И супер поздняя ДДшка будет на станции, последний падать. Ну, ладно, посмотрим. Вообще, как бы дроп это хорошо, но личный скилл лучше. Начинается у нас игра. XP респит по центру, ММА на станции. Бам, Реля
Обе неточные, к сожалению. Дашь кто-то прострел между контейнеров. XP, молодец, пытается подать. ММА его провоцирует, но это все ничего не значит по факту. Нитра падает на станции, две нитры даже одновременно летят. Можно попробовать одну забрать, например. Пытается ММА выдать, не получается. Вот XP великолепный прострел выдает между контейнеров. ММА сразу пушить, ему надо как-то размениваться по ХП. На одну рель он сейчас не успевает выдавать. Ну и, скорее всего, тут ММА будет терять дашку. Но вот о чем я и говорил. ММА, ну, очень зря так стал отыгрывать. Мог, если он хотел контролить, да, мог как-то более сейвово это все сделать. Одну даст, избивает, кидает в полу минус XP, может кинуть и в минус, еще одна редиса, на две остается XP. ММА забирает дашку, не сбивает, на одну рель уже XP остается, на одну ММА переигрывает дашного танка. Как круто ММА тут отыграл-то. И ДДшка, скоро ДДшка будет падать на синей базе, ММА должен про это помнить. А вот XP не так просто будет забрать этот флаг. Во-первых, потому что у ММА есть прострел с той самой позиции. Но XP не будет париться по этому поводу, не будет никакие флаги забирать. Великолепно. ММА сбрасывает флаг, чтобы не было видно, где он, и выдает одну рель по XP. Есть ДД у ММА, забирает он его. Но оба игрока на одну рель, ДДшные, чувствуют мощь, силу двойного урона, но как там... Просто XP уезжает на станцию. Мог бы лучше, наверное, за трубу заехать. Не выдают прострел ММА. Что-то пытался сообразить, только непонятно, что и как это вообще было и зачем. И в итоге делит. Но XP-то ДДшный. Правда, рест по ММА великолепный. Просто не убьет тут XP его никаким образом. Привет, Ваня. Привет, Антон. Привет всем, кто с нами. У нас, так понимаю, только первый раунд начинается. Да, только первый раунд. 7-37. Только первый дроп отгремел. Все нормально. Ну и отлично. XP ошибается, кстати. Поехал. Не виноватый я. ТС-ка. Комната. Эх. Дашка падает у ММА, будто на две рели. Да, Можно было пока бы от аптеки, не? Нет, нельзя. ММА ставит, надо попробовать одну XP выдать или постоять, ну забайтить. да, ММА, в принципе-то, если проскользнет, то и аптечка там недалеко. Но я думаю, что все-таки нехорошо. Задержать он решил XP над своим телом. И поедет ли тот на аптеку? Конечно, поедет. Еще бы он сюда не поехал. ММА должен, я думаю, за нитро. Нет, решит XP все-таки развести на эти прострелы. Хорошо, ну промахнулся, между прочим. XP выдает рельсу и опять промах. ДДшка. ДДшка, надо возвращаться, ММА, не спеши. Там ДД и на синей базе падает, и на красной, скоро на станции будет. Сначала, в общем, сначала падает дашка, потом три ДДшки, вот сначала на красной, потом на синей, потом на станции. Да, сейчас у нас будет ММА, у них сложно такое рандеву, непонятно для чего такое ММА стоит, даже если перестоит сливы, ничего не потеряет, долго выжидает, дает рельсу, тот погибнет, поедет за ДДшкой на своей базе, понятное Делить дело. бы лучше нажал на Да вообще самом ММА деле. мог за ДДшкой съездить той, которая там возле танка лежала, и слил бы XP, просто-напросто, а сейчас может сам пострадать от рельсы этой же ДДшкой. Нет, ММА превосходно отыгрывает. Поймал XP на обманке и убил того. ДДшный ММА, сумеет ли XP пере... Не успел выдать рельсу. Но надо ехать, что стоять. Дашка скоро будет падать на самом деле. Да, ММА, Дашка а может будет, он я ее думаю. ждет? Я не знаю, мне кажется, они борются за аптечку, будучи через 1,5 минуты, которая, ну, должна была быть до этого. Броня есть, да, XP здесь остается, но там ДДшка есть на рельсах. ММА промахивается, ну и теперь проблема, надо здесь за броней. Если выдаст по ММА XP, то будет печаль. Видим, что как сбивает Корпусом прекрасно сбил. корпусом. Ой, божественно, Ну, Ваня. это было реально круто. ММА Рельса красавчик. ушла. Конечно, сейчас рель он получил. Зря мы хвалили его. Вот из-за этого он накосячил потом. Да, к Обидно. сожалению, проколы бывают не только у нас.
Сбивает XP. Проблемы теперь у ММА. Ну, на одну рерю. Сложно. Хотя, возможно, если сейчас, допустим, в полуминус кинет XP, будет шикарно. Просто и бам, На отметка. упреждение хороший рельса. Сейчас Может. вторая может пройти, но поздновато дает он и все-таки рельсу и Их сам нет, минус да. падает. Такой небольшой прострельчик произошел на карте. Тем не менее, он ни к чему хорошему не привел парня. И XP будет сейчас целенький, еще и ДДшечку должен забирать. И Мамай, к сожалению, мало вариантов тут, куда ретироваться. Но ДДшка своя должна скоро падать, просто-напросто. Да, вот она уже летит. Замкнутый дроп. Ну и ММА надо переигрывать на нитрита. Неплохо, неплохо, кстати, переигрывает отличный рельс от XP. И быстрый довод должен быть сейчас. Иначе полетит и в ответочку. Все нормально, у ММА все хорошо. Дашка скоро будет падать, наверное, надо ее как-то отконтролить. Вообще, конечно, тот промах зарешал. Если бы не тот промах, можно было бы ставить с аптекой еще к тому же. Очень обидно. Промахи в упор, они вообще самые обидные. Ой, респ, кстати, везет ММА, надо убивать тут XP, выдает одну релю, еще вторую. Он выдаст обязательно. Попадет же правильно, да, нормально. Да, хорошо получилось сейчас у мамы переиграть соперника, и доставка будет. Пора бы уже. Центральной ДДшки нету, а вот на ЖД вокзале мама даст эту рельсу. Интересно, почему XP вообще не понимал, что там едет, что ли, там соперник его не давал. Ну, тут Аптечка, сложно, да. ММА. Успеет ли он убить XP до аптеки? Благо XP туда не поехал. Есть шанс, где респ будет. Респа хорошего ММА, но не успел он спрятаться. Да, ну и XP опять, второй раз у нас это провернул с дробом этим. Собственно, там прострел, даже если будет со станции, то никакой возврата здесь не можем говорить. Пока что Мамай, к сожалению, у нас в меньшинстве на карте. Есть у нас сейчас заход неплохой через коробки прострел, но опять-таки опять где-то упирается он рельсой своей, корпусом точнее. Танк не успевает отъехать, прострел. Вот тут нормально, конечно, повезло Мамаю. Дает ДДшка. Можно подождать, в принципе, противника, возможно, на спине. Все-таки решает довести. Она два флажка отстает, пытается сравнять как можно быстрее. ДДшка падает у ММА, подставляется под релю, и теперь ДДш на XP. Это, Все знаешь, такой зависит от респа. замкнутый круг какой-то получается. Это ДДшка от XP. Ну, одну релю надо выдать. Если выдаст, будет шанс. Не выдал. Шансов нет. Точно будет доставка пятого флага, и Дашка будет падать скоро совсем уже по центру. Надо ММА что-то придумать, но точно не стоять вот тут вот, а то не И опять попал. промахнулся. Обидно, конечно. Для ММА опять два флажка разрыв. А вот эта броня должна отойти XP. Но он поехал все-таки за нитрой. Вопрос, успеет ли забрать. Ой, ну конечно, тут такие респы, как же не успеть. Ну а поедет за ДДшкой. XP Ой, понимает. хороший Ой, какой прострел. прострел, ты посмотри. Да, траектория уникальная здесь И за была. ДД еще едет Надо XP. танковать. Танковать надо. Все легко и просто делает этот парень. Ну, ММА явно вот эти промахи его немного поддезморалили, конечно. Надо было XP, наверное, поехать убить. ММА сначала, а потом ехать за флагом. Но вот решил так сыграть. Видимо, чувствует, что этот раунд он уже не отдаст. Ну, и ММА не попадает к тому же. Очень обидно. А вот XP попадает все. Почти. Все у него получается. Эти промахи вот от ММА, которые, в принципе, не обязательны были в упор, вот они решили судьбу этого раунда. Надо более собрано играть. Конечно. Да, здесь, конечно, уже 20 с небольшим секунд остается, и Мамай вряд ли сможет что-то показать. А вот, кстати, на второй раунд, возможно, поменяется траектория базы, по базе ему проезда, и, возможно, и вот тут вертушки не было. Уникально сейчас XP пытается обмануть ММА, но 7 секунд, ну, не дает просто дострелить. И, кстати, в этот раз, имеется в виду на моте, там, вот мы смотрели уже не один раз станцию, пока что не показывают нам игроки прострелы через ящики. Имеется в виду контейнеры. Через ящики, да, мы видели даже сейчас.
А через контейнер вот эти зазорные прострелы я не видел. К сожалению, в этот раз. Я бы хотел просто посмотреть, это мое чистое желание такое, ну, это Не не XP обязательно выдавал, крипто. ты просто пропустил в самом начале, там Было, да? было, переиграл там ММА его. Или ММА поставился. Но даже по табу видно, что при том, что игроки не прожимали делиты, XP банально перестрелял. А, ну вот, из-за тех вот промахов, опять же, реализация дропа ММА была очень плохой. Ранняя аптека по центру, а это значит, что все будут отыгрывать от нее в самом начале. Да, там еще, кстати, по нитре, знаешь, так символически с обеих сторон попадало. Поэтому да, будут забирать ее. Ну, как бы забираете, значит, нитры и едете на аптеку. Вопрос к другому. Получится ли это все время так делать? XP, кстати, по поводу дропа, он броню-то особо-то не контролил. Ее обычно ММА это забирал вначале. Вот это потом, с течением раунда это уже переименовалось. Кстати, смотрим, сейчас дроп одновременно падает на всей базе. То есть с этим проблем не должно быть ни у кого. И броня, и ДДшки обе. Главное, чтобы не разбиты были. Как-то дроп весь вместе упал. И нитры, и ДДшки, и дашки, все одновременно почти. Значит, XP... хороший раунд должен получиться. Но XP пытается разбить хоть немного дроп, чтобы, ну, хоть как-то реально было его отконтролить. Но все равно будет сложно. Ну, раньше, как бы, если падала ранняя аптека, все вставали именно от нее, отыгрывали, забивали на флаг, где-то могли минуту до первого дропа так просто стоять, смотреть на этот ремкомплект. ДДшку надо ММА забирать, а то... А сможет ли? Вопрос. Вопрос Нет. хороший, да. Заберет ДДшку он Ну... и только теперь делит прожимает. Ладно. Ты Не по вовремя времени, да, делит, ориентировался наверное. там, да? Да, не вовремя делить, Да. конечно, прожали репит. Ладно, главное забрать дроп, это важное сочетание для них. Ладно, есть у нас первая аптека, и вот уже посмотрим, где рельса пролетит. Ну, ММА в курсе, видно, надеюсь, да? XP ближе всех переметнулся, поэтому у него будет лучшая позиция сейчас. Главное не дать ММАю стрельнуть. Видим, как стрелять таким ММА. Первее прострел не получается, XP, но даже рельсы не разжигает. Поэтому флаг возьмется. Хочет между контейнеров. Хотел, точнее, дать XP, но решил просто уехать. Но он не спешит, смотри, там прострел просто от ММА может получиться. Да и ММА может получить через рельсу от XP. Поэтому как-то XP. Ну, вообще у него есть прострел, не прострел даже, а заезд через трубу между забором. Вот там Вот, есть. а вот зря сейчас разрядился ММА, совершенно зря. В итоге еще и в ответ получает и да, ДД, XP. Но в итоге позиционку выиграл XP. У него есть фулка, у ММА нет ничего. Ну, ДДшка, конечно, падает, но... Да, здесь ДДшка это очень важный момент, и ММА сейчас может взять, кстати. Ой, хороший прострел от XP в итоге. И нету сейчас дропа ни у какого, у ММА не будет. Тот поехал через дальний проезд. Вопрос. Хорошо. Вот это, кстати, шанс для ММА, в принципе, да? Тут главное посмотреть, как пойдет рельса. Рельса у XP божественно прошла. Впервые, кстати, я даже не думал. Я думал, ММА все-таки разжегся раньше. Но ставит он все-таки после долгой борьбы. Еще забор ДДшки произошел. Остается одна только у нас на ЖД. И ММА тоже ее почему-то игнорирует. И видишь, нитра чем хороша? Ты не можешь Загоняет рассчитать, противника. да, ты не можешь рассчитать, когда твой танк, ой, танк противника окажется на простреле. И в итоге ММА вот этого сделать не может. Но это либо опыт нужен в дуэлях огромный, чтобы это все правильно прогнозировать. Но пока ММА что-то расстроился, походу второй флаг уже теряет и не попадает совсем. Да, пытался он через контейнер прострелить, не получилось. Аптеку Сейчас, отдает. да, опять аптеку, но XP до сих пор у нас не погиб, а нужно здесь доливать, даже с учетом того, что он потеряет ХП, забрал бы аптеку после этого, но нет. XP сейчас может дать прострел, у ворот все-таки ММА грамотно сделал, это благо.
Да, хочет там прострелить XP чуть-чуть. По диагоналке нет. Не позволяет ему ММА. И броня сейчас будет у нас уже падать. Нужно будет за ней съездить. ММА, пожалуйста, мы в тебя верим. Ну, надо собраться. Так-то 3 минуты уже прошло, а XP ни разу еще не умер. Что это такое? Снова XP дроп. заберет, опять ММА отдает. Просто, ну, как бы, просто отдает. Ничего не делая при этом. Ну да. Это, конечно, печально. И снова... Где-то я это уже видел. Где Думаю, что где-то это дроп так же повторяется, знаешь? точно, Ну да. вот дважды опять ретарельнулась, Май до сих пор жив. Ну и XP особо это Ну не и снова мертвый. обратка от XP. И снова ММА умирает. Респ ужасный для ММА. Может, он снова на респ отправится, так и происходит. И еще одна ДДшка для XP. Ну, это похороны для ММА. Тут надо ему подсобраться, потому что 3-0. Хоть как-то на дропы отыграть. И про... Но ММА просто не попадает иногда. Вот. Спасибо. Спустя 4 минуты XP первый раз умер. Плохо. А есть сейчас у нас ММА с ДДшкой, и я считаю, что нужно... О, ну как, там же был Васпита, ну, не очень комфортно. Вообще, знаешь, что хочется отметить, что вот я многие стримы говорю, ну, пожалуйста, давайте мы посмотрим на Хорьков. Хоть чуть-чуть, а не одни Васпы будут. И вот сегодня мы смотрим на Хорька, который не может, конечно, Васпику сопротивляться. И сейчас в упор просто, в корпус забивает им XP и ММА и рельсу. ДДшную, между прочим, и не дает просто ничего сделать с собой. Ну, тут уже дело-то не совсем в ММА, я думаю. Тут вот сейчас он попал. Первый раунд ММА нормально отыграл начало. Вот как только он начал не попадать, ну, то, еще и тотальный проигрыш по дропу. Он как бы весь дроп отдает. Вообще весь. Как можно выиграть такую игру? Снова ошибка. ММА сдался, такое ощущение. Если честно. Ну, слишком много промах. Тут не в харьке дело. Ну, реально. Тут... Хотя вот сейчас попал. Может, сможешь первую дашку забрать на карте? Хотелось бы, да, 4-0 все-таки у нас на карте. И сейчас пойдет. Ой, хорош, хорош. Хорошая рельса у нас прошла сквозь стенку. И. Да, ММА подхватывает, на ДДшку будет выдвигаться. Сбоку у него XP будет. Опять-таки, сбитие рельсы просто вертуханом. Но это не очень приятно смотреть. XP даст эту сейчас рельсу, я думаю. О. Неплохо, кстати, вот тут ММА молодец, переиграл. Ну, должна быть хоть первая доставка от ММА. Ура, давайте поаплодируем ММА. Поддержите его лайком под стримом. Отлично. 4-1. Будет еще одну ДДшку забирать. Но главное начать попадать. Ну хорошо, что он продолжает играть. Я уже думал, что все. Как ты считаешь, Конец. вот если представить, что перед тобой морковка, а ты как заяц, да, ты кролик? Ты должен начать попадать или нет, Ваня? Просто технологии. Давай разработаем, как попадать с рельсы. В данном случае на харьке. Ваня. А при чем тут морковка и заяц? Ну ты заяц, впереди Но морковка. если, но я должен представить, как Ты я себе хочешь морковку морковку. Родзеса Да, должен. ты хочешь морковку. Вот твой флаг это морковка. Ты как бы должен ее съесть. Как мне ее засунуть в рот, правильно? Зачем в рот? Да не Просто морковку ты засунуть. хочешь, ты не должен ее есть. Ты хочешь ее съесть. А-а-а. Да. Понял. В этом смысле, это же такая мини-игра. Ладно, XP у нас 4-2 ведет, между прочим, пока разговаривали, ММА довез и второй флаг. Вот сейчас понятно, что ты... Не, ну я только хотел сказать, ММА рельнет XP, ну он промахнулся и здесь. То ли XP его силуэт испугал, то ли что. Ну вот он близок, кстати, к аптеке подбору, и он опять отдает XP. Уникальный просто товарищ у нас здесь появился на карте. Я не понимаю, он же мог получить рельсу, забрать аптечку. Он, кстати, он другим способом воспользовался, который вообще, знаешь, нестандартный. Сейчас вопрос, заберет ли броню до прострела. Успеет, успеет. Дроп не так медленно падает. Ну, Дашка у ММА есть, только теперь он на одну рельс едет вперед на мужика, но, к сожалению, с XP это не канает, и Выхода XP нет. поедет за ДД. Выхода Да. нет, да. Многие просто, знаешь, я думаю, что немногие. Просто много раз мы видели, как ММА ехал мимо этого танка, где сейчас красный флаг лежит. И там как раз-таки ощущение такое, что он забывает, что там нет проезда между танком и коробками. Вот. Там его нету. Но некоторые игроки про это не помнят.
Вот, ну ладно, XP тут DD-шный, сливает ММА на одну рельсу с нейтрой, ну это точно должна быть доставка, довоз. И 6-2 счет на карте. В разрыв 4 флага возобновляется. Успел, кстати, попасть, ММА молодец, поймал на ошибке XP на 2 минуты, 4 флага, это флаг в 30 секунд надо ставить ММА. Такое себе на самом-то деле. Ну, хотя вот один флаг на ДД он может поставить. Я думаю, он это и сделает. Правда, врезается пока во все, что возможно. Но XP пореспит немного за всю боль. За начало раунда, когда там тот парень 4 минуты не мог умереть. Еще раз пытался попасть, не вышло. XP на мышке, я так понимаю, играет. Вертухи от него уже пошли. Ну, XP уже на расслабоне, я так думаю, что. У вертухи пытается скрутить. Я не замечал его мышку. Кажется. Успевает, Ой, ММА до хороший этот за аптеки. ММА. Смотри, да, аптечку все-таки он. У меня еще один флаг везет. 6-4 будет. Подожди, он может промазать. На дашку едет. Он, За под, он подсадил XP. XP и. Нет, XP Нормально, нет, все-таки не подожди. забрал дашку. Подожди, ну Благо, смотри. спасибо. Моя теория сейчас работает вообще. Только. Да, он промахнулся, к Неважно. сожалению. Смотри, минута, два фага остается. Надо только ДД забрать, дружище. Ехать просто за флагом. Он Нет сейчас потеряет времени все просто. ХП благодаря XP, которого не добил. Да, ты посмотри, уже минус 2 рельсы, XP до сих пор на одну. Почему бы и нет? Броня спала? В принципе. Какая вертушка, только что от XP почти пролетела у нас. Опять что-то крутит он там. Прострел пошел, от ММА 20 секунд, ну тут даже первый флаг, если доставит его. Да не, не будет доставки, прострел от XP великолепный, 15 секунд, доставки от XP вряд ли мы посмотрим от этого восповода. Ну и, в общем, заканчивается второй раунд, не с разгромным счетом, как начинался 4-0, но тем не менее ММА опять проиграл. Два раунда уже в пользу XP идет у нас. Слушай, тебе не кажется, может, ММА так хорошо играл, как ты говоришь, пока я не зашел? Как только я зашел к нам, то все, пошло-то не так пошло. Ваня. Но тот роковой промах в упор все решил. Ну, между прочим, бой открыл флажок ММА, чтобы мы Ну понимали. Да, то есть да. ММА довез первый флаг. Это правда. Ну там А красивый рели. Так он, пока тебя не было, он, если что, дашь на XP разобрал, будучи без дропа. ну вот, видишь, вот Мощный в был. чем сила. Может мне отключиться на раунд? Мы посмотрим потом четвертый, что интрига была. Может, на два раунда пенальти тогда Я посмотрим. вернусь на пенальти. Ребята, Да, ну пока. возвращайся на пенальти. Наберешь, Ваня. Да, конечно. Если ММС соберется. Может, он не любит, когда на него двое смотрят. Двое? Трое. Четверо, я бы сказал. Четверо? Ну, и XP-то четвертый будет. А. Нет, сверху. А, сверху? Ну, они как бы с XP уединились, не любят, когда больше двух людей подглядывают за ними. Я понял твою логику. Так, как по-другому. Это такое пати на станции. Ну, дроп, смотри, в этот раз немножко другой, по-другому разбит. 9-я минута, аптечка, ДДшка. ММА, кстати, в этот раз пишет у нас дроп. Интересный момент. Он и в первом В прошлый раунде раз, по-моему, писал. XP писал. И в первом раунде ММА тоже писал. Ну, как бы, знание дропа ММА, наверное, не сильно помогает его контролить, потому что, ну, как там. Этого незаметно. Ну, во втором раунде вообще, ну, позиционка многое решает. Как он встанет и будет контролить дроп. А он, в принципе, не вставал никуда, просто ехал, умирал. Дроп забирал XP. На этом все. Ну, возможно, будет последний раунд у нас. Да, кстати, броню падает в последние секунды, не успеют они забрать, обнулить. Кого респ Поэтому, хорош? ну, наверное, у Мамая. Давай поставим на У него. У XP. него просто 100-метровка, знаешь, такая, А, челночный нормально. бег, назовем так. Не попал Хорошая XP, кстати. рельса.
Первый XP будет. Да, все равно. ММА не стал стрелять, подождал, пока разряется XP. Верное решение. Хорош, хорош. ММА, давай соберись. Мы не будем тебя нахваливать, чтобы у тебя игра пошла нормально. На Андрей двери еще. решил. Доставит. Вот снова первый флаг доставил. Молодец. Может, Дима закрыл глаза. Ты имеешь в виду больше двух? Ну да. ДДшка сейчас будет падать, нитры забрали, и скоро будет ДДшка на базе ММА, кстати. Первая. А, ну еще аптека. Да, ММА потом, скорее всего, потеряет, зная товарища этого, хотя здесь XP прижимается к аптечке, и вряд ли, да. ММА все-таки стрельнул, XP должен был слышать Релису, потому что даже я ее слышал. Вот, поэтому да. Терет XP аптечку и ДДшку, вот, дроп. А ММА ждет на паузе, что ли? Я не могу понять. Он на паузе? Ах, он чертила, чтобы я ему сказал, да? ММА у нас стоял на паузе. Вот товарищ-то, Ну, первый раз. правильно. Абсолютно верное решение, когда у тебя по респам катается ДДшный танк. О, Да. умирать никто Ты не просто, хочет. ДДшный просто не ожидает, что ж, он не Успел резкий. ММА ДД забрать, смотри-ка. Неплохо, да, он сливает. То есть ты реинкарнацию предлагаешь на четвертый раунд все-таки оставить? Да, возможно. Ну, посмотрим, все Знаю зависит от того. твои, я знаю твои шаманские штучки с пенальти раундами, Вань. Да они давно не работают. Да? Ты ММА просто давно надо. не комментировал их. Ну, Смотри, может. как он броню просто ММА окружает. боится стрелять, что ли? Не, попадается. Убивает. Да, Дашь? нормально. Второй флажок, второй дроп, то есть за 2 минуты один флаг. То есть за 2 минуты, ну, короче, раз в 2 минуты флаг приводится. Ну, То есть дроп, подроб. флаг, дроп, флаг. Неплохо, действительно. На станции лежит одинокая ДДшка. Никто ее не хочет забирать. Ой, ММА поехал. Прострел, вот XP неплохо пролетел там между глаз. И есть на одной рельсу теперь они все. В принципе, нормально. Правда, птичка долго будет падать сейчас. Далековато, я бы сказал. Ну, ММА, конечно, красавчик, но почему он тут не выдает релю? XP же просто катается по карте, ну реально. Просто катается лево, право. Ну вот, если бы сейчас XP убил ММА, это был бы полный провал. А так ладно. И там есть аптека, Вань. Есть аптечка, XP. Нужно его сливать. ММА и прострел. Хорошо, XP. Молодец. Тут хотя бы отыграл ДДшку. Нужно подхватывать. Ну и равнять счет. Пора бы тебе, парень, это сделать. А дроп-то, смотри, где. Дроп, точнее, говорю, респ у XP. Здесь, понятно, надо переигрывать как-то. И раньше или сами ММА все равно будет сейчас. Это нельзя недооценивать. Все равно XP добивает, не потеряв ХП, она не трупа едет. Ай, ну тут и рез ММА. Ну почему это происходит? Объясни мне. Ну, Как это вообще возможно? на паузу не встал, умер. Потерял, скажи сразу, да? И все нормально. Пытается ММА что-то придумать, но XP у него и ДД есть впереди, поэтому ему должно быть все равно на эту аптеку. Ну, трасса 2-1. самое главное, да, он быстро проехал. Тут главное сейчас вопрос к ММА, это забор брони. Аптечку он забрал, но нельзя XP недооценивать, там оставлять. Это будет ДДшный. Да, все. В общем, XP разыгрался, начинается горячая у нас игра. Флажок это должен за ним быть. Ну, ДДшка, броня, что же может быть лучше? Отличная вертуха от него. Да, ДД у XP. Но это будет еще один флаг. Потом ДД на станции падает. ММА будет за ней поехать. ММА и брат. ДД. Но XP тоже ее видит, поэтому... Правда, ДДшка сгорает. XP спешит с рели. Почему-то ММА не хочет забирать оттуда. Я не понимаю, что ММА делает. ДДшку отдает по итогу. Уезжает от XP, хотя у него первое. Не, слушай, убил. Это повезло. ММА тут, конечно. Я напомню, кстати, что ММА не устраивает счет 2-2. Ему нужна только победа в этом раунде, поэтому он будет стараться именно выигрывать. Ну и убивать Нормально, да, XP. добивает он своего оппонента.
Среди ДДХ дроп слишком резко, слишком долгий будет в любом случае, поэтому доставка незамедлительно произойдет от XP. Есть? Вопрос с ДДшкой. Кто кого перестоит? Да, отлично, есть у нас забор дропа от XP. Вертушка. Неудачно. ММА все Ну, равно жив. На одну, ну, на одну делит. это. Да, добить. Все. Молодец. Все верно. И Дашка будет падать скоро на центре XP. Надо ехать именно туда. Я надеюсь, что ММА тоже помнит про этот дроп. Помнит про да. Все у него хорошо. А еще быстрее Дашки падает ДДшка. Посмотрим. ММА остается на одну. XP я так буду рассчитывать только на себя. Но у него вторая. И в итоге ММА целый, на да, ДД, но это мощно. Проблема у XP. Чего ему делать? Одну релю выдал, надо еще три. ММА мажет. Ну хотя бы еще. Ну тянет время, чтобы спала Дашка. Но XP надо еще одну выдать релю. Одну сбивается. Бам! Но ММА, ну, уверенно играет. На две остается. Не попадает ММА по XP, а у XP ДДшка. Еще раз не попадает. И XP не попадает. Слушай, а прострелов-то может не быть скоро. И нету прострела, это доставка. Что ж ты, ММА, делаешь? Хотела сказать, но все верно по итогу. Сбивает ММА XP 4-2, но это очень похоже на 4-3, правда? XP тут вовремя успеет. Да, Поставить. XP должен доставить флажок этот, неплохой у него проезд там был. И ММА, честно говоря, возрождается он здесь, да, происходит отличный врыв его на поле. На вопрос к XP, он делитается, правильно, ему нужно очень хорошо отыграть сейчас эти пару минут оставшиеся. ММА на нитре, и XP надо дать рельсу. Отлично, ММА работает по ИСе. Вопрос с XP. Прострела там нет, очень опасно. Ну, нитра сама за себя говорит, у него там еще долго нитра будет, и доставка здесь неимоверно должна произойти. И даже ММА недооценивает, да, что он ДДшку может забрать, молодец. ММА забрал сам ее, и ДДшка падает на базе XP. Ну, очень похоже на то, что этот раунд уйдет все-таки в пользу ММА, а ММА не видит XP. Ну, хоть ДДшку забрал, ладно. Но Дашка-то будет именно за синим игроком. Да, ну будет вопрос еще, кстати, с аптечкой. А знает про нее ММА вообще? Если не знает, то это его стандартная ситуация. В принципе, мы на него не обидимся. А вот XP не успеет. Ай-яй-яй, не успевает. Там прям какие-то подсадки были, насколько я видел. ММА достает флаг. Ну прям разыгрался парень, разошелся. Хорошо, мы чувствуем тебя, ММА. Давай, тащи. Мы рады только этому 6-3. Нормально, не в одну калитку ведет парни. Ну, явно можем уже говорить, будет у нас следующий раунд. Ну да, три флага за 1,5 минуты, такого я еще не видел. Нигде, никогда. Но все равно как-то... Подозрительно как-то. Нет, как-то XP и ММА играют неуверенно в некоторых эпизодах. Немного. В этом раунде отдельно взятом, потому что предыдущий раунд XP мощно отыграл. Прям. А в этом раунде ММА его читает. Может, привык уже к сопернику. Да, более аккуратно играть, хотя иногда все равно, знаешь, ДДшки те же или дроп какой-то не уходит. Но в большинстве случаев можно точно поблагодарить ММА, и он хорошо в этот раз справляется с собором коробок. Это тут точно говорить само за себя. По счету можно сказать. Вот XP притормозил и... Ну давай сравняй хотя бы, не сравняй, а точнее доставь флажок. Вертушку хочет сделать, я так полагаю, смотрит вправо, а противник слева. Да, 20 секунд, ну, ставим флажок. Т4 на карте. И последний слив от ММА и XP произошел. Да, четвертый раунд все-таки будет. Но XP, я думаю, сам виноват. Слишком расслабился, скорее всего. Позволил ММА выиграть аж раунд.
Я думаю, это в его план явно не входило. Рассчитывал он закончить сейчас, здесь, прямо. Это все. Но не вышло. Так. Там был еще один очень интересный бой. Кали против АЛВ. Но я так понимаю, что Кали Его не просто... показывают. Да, Кали, к сожалению, не пришел на игру. АЛВ выиграл 3-0. А, ты уже в курсе, да? Ты смотрел его, да? Да, конечно, я тут смотрю. MVP выиграл Пата 3-0, но это матчи, которые сегодня были, ну или пытались быть. Легенд, ту легенд какой-то выиграл 2-0, 2-0 Москва Сити, я не знаю, кто это такой. Донатер Укр против Лукарио играли, Лукарио выиграл тут 3-0. Это доигровки А еще такой последние. игрок у нас есть, такой Айвил Луз, что-то типа того. Он там играл сегодня, скажи. Велвелс вроде как какой-то такой у них генерал, да, вроде. Да. Он прошел на 32-ю, да, играет до сих пор. Да, молодец, хорошо, он хорошо играет, можно так Да, сказать. он действительно молодец. Я не знаю, чей это мульт. Но это явно чей-то мульт, давай так говорить. Это очевидно, может, адвоката? Ходят Я такие тоже про это слухи. думал. Ну, во-первых, он играет на мышке, это мы точно заметили тогда, вот, когда смотрели за ним. Ну, по-моему, даже сам это подтвердил, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то извиняюсь сразу заранее. Вот, но играет он тоже хорошо, и мы говорили, что ждем его в плей-оффе. Так, есть у нас Пи, который перезашел, красочку поменял себе, настроение поднял. И начнет играть. Сейчас будет, да, начало следующего раунда. Посмотрим. Против Армении G Виолус Вин будет играть. Виолус Луз, говорю. ДД на станции. У кого будет какой респ? Под это ДД. И аптека еще лежит. Аптеку тоже никто не забирал. Ну, XP респ под аптеку, ММА респ под ДД. Ну, конечно. А еще и Дашка. Неужели XP не знал про Дашку? Аптека лежит вообще, аптечку там надо забрать. Все отдал в итоге. Ай-яй-яй. А, не, ММА не поехал? Что? ММА, брат, Подожди. едь на аптеку, ты ДДшный. А, не попал XP-шку. А Ну, может это... он специально это сделал, да, знаешь, там. И да. Не знаю, но тем не менее, ММА не заехал за аптекой, да, и у XP будет full дроп. Блин, Ну... Ваня, я чувствую твои шаманские круги. Другие. Ваня, это незаконно. Я тебе уже 100 раз об этом говорил, Ваня. ДД еще забирает ММА, превосходная доставка. Один... На XP странно, максимально странно отыграл. Если он знал тайминг, он же записывал дроп, записывал. А, нет, не писал, Тут как-то слушай. рельсы вверх ушли. Ну, сейчас ДДшка пройдет. Наконец-то XP сливает своего оппонента. ДДха еще минут, секунд 15 будет. Респ, главное, чтобы не крайне правый, тут отпускает XP своего оппонента за домик, пойдет рельса не в ту сторону, и ММА промахнулся. Вот это нюансы у нас здесь возникают. Входит дальним траекторию, уклоняется неплохо от ММА рельсы. Прострел, XP мимо, и доставка все-таки будет здесь. Но каким, как говорится, какой жертвой XP это делает? Долго ММА не сливает абонента, и это благо на его руку только, чтобы доставить флажок. Ну, XP может в теории успеть. Успеет, да, Ой, молодец. хороший, да, слушай, ну хороший прострел. Даже кажется, вот этот момент, когда прострелил на его четко, так что там точно мышка ощущается. Не дрогнула рука, в общем, в пиксель попасть, потому что он уже по теории был скрыт за домиком. Выдает ММА, слушай, великолепную рельню. ММА устраивает только победа в этом раунде, если мы хотим пойти на песок. Я уже пенальти одни комментировал Крауса против Эрл в этом турнире. И кто победил у нас? Краус победил. Так, ну, ММА под ДДшкой не находится, а вот оппонент, да. И если, в принципе, XP не хочет потерять флаг, то, я думаю, стоит заездить за ММА и просто, ну, просто проехать. Это легко, думаю, сделать. Да, тем более за броней съездить. В общем,
мест, куда заехать надо на этом флаге, есть много. Опять-таки ДД. О, хорошо сбил. Ну, аптечку не надо только давать, XP. Не отпускай, пожалуйста, оппонента своего. Спасибо. Мог бы в теории ММА проехать дальше, попробовать за домиком поманить, сбить еще пароли. Но XP бы в любом случае не дал бы себе сбить, скорее всего. Да, видим, впереди у него будет аптечка. Брони остается секунд 10. Меньше уже даже 5. Там было. Будет доставка сейчас даже без уворота. Да, нет, с уворотом заехал все-таки XP за домик, да. ММА ставить не... Все-таки не сможет, да, потому что XP опять забирает третью ДДХу, и это, честно говоря, печалит меня, потому что XP будет у нас отлетать на... Ну вот как так можно было делать? Вот. Блин, Ваня. Что? Ладно, XP просто замкнулся у нас за бугорок и промахнулся, а ММА его рельнул. Это печально, но ММА стоит на паузе, да, мы этого хитреца знаем уже. Ну все верно. Опять же, чтобы не отправиться на респ. Молодец, молодец. Сливает XP, все-таки на последних секундах действует свои ДДшки. Проезд у него стопроцентный. Ну и три флажка. Вот разрыв два флага, неплохо тебе. Делит от XP. Хотя Рели мог выдать ММА, только что в теории. Но решил выйти на Делит. ММА с одного конца, XP с другого. Вот эти рели пытаются выдавать, конечно, ММА. XP, даже если одну даст, ни к чему это не приведет, но он в любом случае не попадает. 3-2. Но это дэш на XP. Может, еще нитру забрать, попробовать. Едет на центр за дашкой. ММА был... Ну, а что ММА тут сделать? Аптека, да, ДД. Все против ММА. Надо тянуть время как-то, не знаю, что еще тут делать. Ну, XP, в принципе, обновить сейчас просто дэшку себе. Да, ММА попытается на нитре отыграть. О, нет, подставил все-таки свою, скорее всего, башню там ММА, и XP в нее точно попал. Респ, кстати, быстро произошел, там есть еще нитра. Положить минус можно попытаться, но вот... Кстати, XP, возможно, получил бы урон, если бы не столб, который он случайно уперся. И Мамай промахнулся. Соответственно, там будет аптечка, надо забирать ее. Заберет ММА только. А, не, ММА не попал по аптеке. Все. Не, ну... Он мог просто дать рельсу, да, соответственно, и на забрать аптеку, погибнув. Нормально, XP, в общем, разыгрался. Ребята, прошлый раунд был, скажем так, явно проигрышный. XP, но, видимо, этот раунд он четко понимает на карте дроп. Наконец-то. И ему, кстати, рельса, видишь, даже не сбивается в упор. 5-2. 5-2. Хороший счет. Замечательный счет. Для XP. Ваня, бубен сломался. Работай там. Сломался бубен, действительно. Как-то... Да нет, ну, XP в том раунде видно было, что расслабился, не ожидал он такого от ММА, а так по контролю дропа XP явно сильнее, по позиционке тоже, по рельсам. Ну, хотя... А, ты Боба помнишь говорить, да? Ну, тут повезло, что он Васпика с одной рели в минус положил. Такое обычно не случается в наших турнирах. Надо подождать, убить XP, ММА обязательно, если он хочет камбэкать это еще, да. Вот, если ММА еще раз так заберет до АДД, то можно и на победу рассчитывать на самом-то деле. ММА зря это все затеял, он ДДшку сейчас отдаст XP, ну и зачем? Получил еще, кстати, неплохо там, да, урончику. Иногда такие рели странные выдают у нас игроки, я не понимаю, зачем. Совершенно. Делит. Ну, да, понимаю. Но аптека будет падать на центре, ДДшка для XP. А мог бы ММА на ДДД, если бы тогда не разряжался в пустоту, а убил бы XP, мог бы вообще еще флаги доставлять и доставлять. Отличный прострел от XP. Единственное, сейчас вопрос, где будет дроп респа как раз-таки на карте. ММА респится где-то на штуке.
на что Он гигант? респится, и Мамай, я скажу так, на паузе он сейчас респится. Не, ну где, вот, на что, все верно. За аптекой же ты есть, XP. А, ну, тут все зависит от того, попадет ли ММАй. Да, дэшка спадает. Едь вперед, друг. Он дал рельсу. XP это слышал, и ММАй потерял флаг. Эх. Эх, дал рельсу, будь готов, что у противника включен звук. А вот, наконец-то, этот прострельчик через коробки. Ваня, спасибо тебе. Круто, ну все. Ты сделал все в этом раунде, все, что мог. Пока что, кроме пенальти. Но, тем не менее, XP еще есть вероятность того, что потеряет флаг. Да, он все-таки выходит на 1-1 с ММАем, тот на нитре, ну, тут только если бы спрятался, тогда можно попробовать было. Хотя на нитре не уйдешь, 6-4, 2 флажка можно свести, там броня у нас. Но, опять-таки, XP может прострелить просто между глаз там своего оппонента. Да. Нет, я соло турнир не играл. Слишком много всего играть, это тоже плохо. Нельзя играть и соло, и клан. А еще комментировать при этом. Слишком много всего. Неплохо. Ну все, XP на нитре, ДДшный. Можно даже рельсу при условии получить, но он хочет так максимально аккуратно сыграть. Получит сейчас он рельсу от ММАя. Пытается корпусом отыграть. Есть у нас момент. Звитие не произошло. Возврат. И, как говорится, 100-метровка для довода. 7-4. Благодарим ММА за прекрасный бой. Ну, хотя бы один раунд он смог забрать. Исключительно на своих ошибках он проиграл. Это самое обидное. Мог лучше, наверное. А так, в целом, неплохую игру показал. На хорьке. Если учесть, что это первый хорек, который я вижу в соло-турнире, то он молодец. До 1.64 дошел, это уже похвально. Мы видели, знаешь, где хорька? Я вспоминаю, по-моему, нет, не со мной было. Генрих, по-моему, рассказывал, что был хорек на мостах. Ой, на мостах, я сказал мосты, да, мостики. На мостике, да. Да, на мостике был хорек. Там он видел... Мы это сейчас разговариваем, как будто этот корпус внесен в редкий список ЮНЕСКО. В общем, ладно, исчезающий объект. Поздравляем, XP. Это правда. Да, с проходом дальше. Итак, завтра у нас запланированы трансляции Unstoppable против Terror Family, Кадеты против GoPro. И последний бой 1.64 это Нютинг против Кошака вне закона. Перенесенный бой, там их всего два. Один это Орех, вернее, аккаунт против Самгранда. А второй вот этот. Я подумал, что лучше этот показать.